Никита Сураев, капитан команды Академии «Скайниор». Победа над русскими «Витязями». Насколько сложная сегодня была игра? Ну, игра была очень сложная. Мы играли тоже... Ну, все играли хорошо. У нас парни молодчики, красавцы. Выставили много удалений в третьем периоде. Довели дело до конца и выиграли. Молодцы парни все. Тренерский штаб тоже самое. Все красавцы. Ну, насколько я понимаю, такую серьезную работу провели. Разобрали ошибки, которые совершили накануне. Да, мы вчера разобрали ошибки. Нам тренер сказал, ну, построже играть, там, ну, свои дела. И вот, получилось. Все отлично. Уже который матч забиваешь, и который раз шайба оказывается победной. Такая традиция уже? Ну, да нет, лидеры, наверное, должны просто на себе таскать. Если не привыкли. Ну, обязан забивать. Как капитан. Как капитан обязан. Все, спасибо. Спасибо вам.